Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про карту Westfield, а именно встречный бой. Время от времени картошка пытается куда-нибудь стрельнуть, делает какие-то изменения, так сказать, прострельчики, но попадает ими крайне редко в цель. Так вот, Westfield встречный бой – это именно тот прострельчик, которым картошечка попала. Да так попало, что мне за последнее время эта карта именно во встречном бою очень нравится. Но есть некоторые условия. Самое главное условие – это чтобы в бою не было артиллерии. В целом это касается практически любого боя, но именно на этой карте это крайне важно. Основная фишка встречного боя в том, что все появляются сверху, напротив холмиков, через которые можно спокойно себе играть. Получается активный, бодрый, содержательный бой, во что в принципе интересно поиграть. Нету борьбы против кустов, нету стояния в кустах, нету коридорного геймплея, который уже надоел, либо по дорожке вперед, либо назад и больше никуда. У тебя есть набор холмиков, и ты ими пользуешься так, как считаешь нужно. Выезжаешь с той стороны, где тебе кажется, что будет хорошо, и активно рубишься с врагами. Именно то, что нравится в этой игре. Но таких карт практически нет. Такого рельефа, чтобы прям впритык пободаться с врагами, его в картошке практически не найдешь. В основном сейчас все бои — это просто бои вдоль какой-то дорожки и все. На карте таких две. Слева, справа и все. И наслаждайся. Максимум, что может предложить нам коридорный геймплей, это то, что в коридоре будет один, максимум два поворота. А так это просто дорожка, в начале и в конце которой есть позиции. Все. Приезжаешь в позицию, лицо в дырку выставил и все, это весь геймплей. Если враги сливаются, давишь вперед, если продавливают тебя, отъезжаешь назад. Все. Это весь геймплей картохи почти на всех картах. В такое играть уже надоело, неинтересно, а вот Westfield встречный бой — это как свежий воздух. Здесь нет никаких коридоров, здесь не надо стоять в кусту. Вот у тебя есть холмики, у тебя есть твой танк, едь рубись. Единственное, что может помешать — артиллерия, но и как часто бывает, на арте играют не сильно умные танкисты, поэтому они тоже появляются сверху и не всегда у них хватает мозга уехать. Бывают такие ситуации на этой карте, что выезжаешь играть от башни, вроде бы одна арта на команду есть, выглядываешь, а он стоит прямо перед тобой, хоботком там крутит, целится куда-то. А понять, что он через три клеточки от вражеской позиции засветится, сложно. Поэтому в начале боя иногда можно убить артиллерию, которая играет без клавиатуры, что тоже в принципе радует. Но если артиллерия уедет, она будет весь бой лупить по тебе, и это не очень. Также из минусов то, что напротив этих бугорочков у каждого респа есть балкончики для ПТ-шек. И здесь уже начинается дисбаланс, которого на картах у картохи очень много. Сбалансированных карт в World of Tanks практически нету. Есть просто менее дисбалансные и более дисбалансные, и все. Острые углы дисбаланса на каждой карте смягчаются ВБРом и не очень опытными танкистами, которые не могут реализовать сильный респ. Так вот, какие проблемы у Westfield'а? У нижней команды, против которой я сейчас играю на реплее, вы смотрите, у них балкончик для ПТ-шек сильнее, но позиция в деревне, внизу на краю деревушки домик у нашего респа, у верхнего, есть, откуда можно прекрасно стрелять по всей зелени. У вражеской команды, у нижней, у них нету такого домика. Разработчики два раза пытались там совать, поворачивать, передвигать домик, но так и не попали. Видимо, мозга не хватает сделать аналогичный домик с другой стороны. Они его там что-то совали, вертели, и в итоге подъезжаешь под этот домик с нижней базы. Тебя со всех сторон простреливают, тебе стрелять некуда. С верхней базы подъезжаешь под домик, у тебя укрытие, ты можешь стрелять в борт башни на холмике, ты можешь стрелять по всей зелени, где катаются СТ-шки и ЛТ-шки, и в целом у тебя есть укрытие. Такая огромная разница в этих позициях. Хотя, казалось бы, они находятся практически в одном и том же месте. И на зелени тоже нету никакого баланса, поскольку у нижней команды холмик настолько низкий, куда ты приезжаешь, что он не дает никакого укрытия ни спереди, ни сбоку, ни слева, ни с центра деревни, ниоткуда.
А вот у вражеской команды холмик, который находится возле моста, в начале зелени, ты туда приезжаешь, и он настолько высокий, что он тебя прикрывает из деревни, и спереди может прикрыть. В целом, если ты слил направление и не заехал в угол, то ты можешь спрятаться. А с нижнего респа ты не спрячешься, потому что там низко, если тебя засветят, ты умрешь, все. Также еще сами бугорочки, они сверху, там где играют в основном тяжи, дисбалансные. С верхнего респа бугры слабее, поскольку там такой наклон, что неудобно выезжать и играть от башни. А с нижней базы, там где еще и балкончик у ПТ-шек сильнее, там еще и склон такой удобный, что легко играть от башни. Ты выезжаешь и просто все расстреливаешь. Четыре ключевые позиции на карте и все дисбалансные. Умеет ли картошка в баланс карт? Абсолютно нет. Они даже по несколько раз одну и ту же позицию юлозят, так и не могут сделать что-нибудь более-менее сбалансированное и играбельное. Таких бездарей еще поискать надо. И это творится на каждой карте, не только здесь. Но в целом, почему Westfield прикольный, как встречный бой? Потому что дисбалансные позиции внизу карты, там где СТшки, там низ деревни, эта часть карты в основном не играется. Все сфокусировано на этих буграх, где бодаются тяжелые танки. Но и здесь баланса тоже нет. Я играл с более слабого респа, но мне удалось победить, но это было крайне тяжело. Играть было неудобно, но в принципе старание плюс такой себе скилл врагов приводит к результату. Но если бы у врагов был бы хотя бы один более-менее сильный игрок, я думаю, что здесь затащить было бы нереально. Только бездарность врагов позволяет сыграть с плохого респа. Видимо, поэтому разработчикам вообще лень что-либо доделать нормально. Хотя, казалось бы, все равно очень много времени тратится на разработку игры. Очень много людей работает над ней. И уже прошло 10 лет. Неужели сложно наклонить холмик, добавить кустов для одной стороны для ПТ-шек, поднять чуть-чуть бугорочек на зелени для одной из команд и наконец-то в середине деревни для нижнего респа поставить в адекватное место дом, чтобы он и прикрывал, и стрелять было куда с него. Неужели это так сложно? Это так очевидно, и это столько лет длится и не меняется, что разработчикам нет никакого ни оправдания, и ожидания от них чего-то нормального тоже нет. Просто люди не занимаются, ничего не доделывают до конца. Значит, такой задачи нет, значит, на это время не тратится, никто этим не занимается. Стоит ли серьезно в это играть? Скорее нет, чем да. Да, получился неплохой красивый бой. Но почему он получился? Потому что враги были так себе. А я в плохих позициях весь бой корячился против более сильных позиций. При этом, когда ты попадаешь на плохой респ, если враги более-менее нормально играют, у тебя шансов ноль. Тебя с первой же минуты проносят так, что это даже не бой. И таких косяков в игре очень много. Дисбалансные карты с плохими позициями, направлениями и так далее. Из-за чего боя просто нету с самого начала. Тот же самый утес иногда вообще невозможно играть. Он заканчивается сразу же, как только начался. Зачем это загружать, я вообще не понимаю, это не карта. Просто мусор. Фьорды — это вообще ужас. В общем, карты можно перечислять неиграбельные бесконечно. Играбельных карт в картохе всего там несколько штук. Еще десяток карт, от которых не слишком сильно тошнит. Ну и большая часть карт — это просто ужас, которым никто не занимается. Самое обидное, что ты прям знаешь, где косяки на карте, и еще знаешь, что никто этим не будет заниматься. Вдвойне обидно. Но при этом в игре выходит бесконечное множество всяких активностей. Они просто идут беспрерывно друг за другом. Но сама игра основная никак не улучшается. Это печально. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.